Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии матча отборочного раунда Лиги Чемпионов Краснодар против ПАОКа. Вы, друзья, пишите в комментариях свои прогнозы, как вы считаете, с каким счетом закончится эта встреча и кто победит. Ну а позже мы узнаем, каким результат будет в жизни. Составы на этот прогноз взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться, ну и давайте начинать. Все предполагали, что Краснодар должен встретиться с Бенфикой, которая, по мнению многих, должна была легко пройти ПАОК, но не тут-то было. Греки разобрались с португальской Бенфикой и в итоге встречаются с Краснодаром. Восьмая минута, Краснодар в атаке, Рамирес пытается что-то предпринять на левом фланге. Удар по воротам, рикошет, и ПАОК отбился. Удар по воротам, спасает голкипер ПАОКа. Это, ребята, Берг. Очень хитро, не сильно, но пытался исполнить в самый уголок. Краснодар неплохо давит, очередная атака. Классом врывался в штрафную, но греки отбились. Классом прокинул мяч, бьет по воротам, и очередной рикошет. 40-я минута приближается, Краснодар снова в атаке, это Вандерсон, передача, удар Берга, и 1-0. За 5 минут до конца первого тайма Краснодар выходит вперед. Ну, здесь немножко повезло с отскоком, но, как говорится, сильнейшим всегда везет, и здесь мяч здорово отскочил к Бергу, который разобрался в этом эпизоде уже наверняка. 1-0. И снова Краснодар в атаке, снова удар по воротам. И снова его блокируют. В нашем прогнозе пока что полное превосходство Краснодара. Но в футболе бывает всякое, ребята, и буквально один момент может изменить ход этого матча. 55-я минута, классом. На левом фланге проводит атаку. Хорошая передача, удар Вандерсона, и мяч летит выше. 64-я минута, снова Краснодар в атаке, снова подача, но на сей раз с ней легко справляется голкипер ПАОКа и выносит мяч вперед. Еще один выстрел. И снова забирает мяч голкипер. Краснодар в атаке, это снова Берг, его выстрел. И счет мог стать крупнее, но Берг не попадает. Шапи отдавал передачу Бергу, они здесь разыграли стеночку. И Берг сразу хлестко пробивает, и было очень опасно. Арбитр добавил 2 минуты, они уже практически истекли. Краснодар пытается провести еще атаку, но, видимо, на этом, ребята, все. Наш прогноз подошел к концу, в нем победил Краснодар со счетом 1-0. Каким результат будет в жизни, узнаем с вами совсем скоро. Ну а вы пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи, всем спасибо, всем пока.